Три основные реки Стерлитамака – Белая, Стерля и Ашкадар – продолжают убывать. Новые данные. Уровень Белый на 8 утра – 402 сантиметра. Это на 62 сантиметра ниже по сравнению с пятничным замером на то же время. Ашкадар понизился на 9, сейчас его отметка 99 сантиметров. Стерля на 10 – до 270 сантиметров.